Ты приготовились? Три места для разбежки. Два. Один. Взвод! Сладкоголосые птицы юности в современнике – это не просто еще одна версия знаменитой пьесы. Среди них в своей новой работе двух авторов – Уильямса и Саду – режиссер Кирилл Серебренников предлагает зрителям фантазию на тему пьесы. От Саду здесь в прологе с четырьмя старухами, напоминающими шекспировских ведьм из «Макбета». От Уильямса сюжет, герои, диалоги – словом, сама история с ее вечными темами, ради которых, собственно, и имело смысл браться за этот спектакль.